А теперь мы подошли к концу. Поклонение Богу в Божьем граде. И снова Откровение 20 и 21. Наверное, вы не предполагали, что будете обращаться к этим главам настолько часто. Итак, святой город Иерусалим — новый, сходящий от Бога с неба. Земля и небо новые. Однако, если вы помните, теперь все священное место. Необходимость в храме, как райском святилище, отпала. Ибо свет — Бог и Агнец. Таким образом, храм больше не нужен. Стихи с 21 по 27 главы 21. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Что же в такой обстановке ожидается от нас? Глава 22, стих 5. Хотя стоит, пожалуй, начать с третьего стиха. Откровение 22.3. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Это возвращение к началу. В райском саду Адам выступает перед нами в роли царя в первой главе и в роли священника далее. Царь и священник — те же самые мотивы. Будут служить и будут царствовать. Вот что говорит Грег Билл в своем комментарии в книге «Откровения». То, что не удалось Адаму, удалось Христу. Сад, если хотите, святилище, заключает в себе небо и землю. Рики Уоттс дополняет эту картину. Конечная точка. Написано это, разумеется, образным языком. Мне кажется, что протология, то есть начало, и эсхатология, то есть конец, выражены в Писании в высокой степени метафорически, иносказательно. Мы же живем в период между началом и концом, за пределами Эдема, когда все творение стенает об утраченном усыновлении. Поэтому, говоря об утраченном мире, мы выражаемся очень образно. Не менее образно и описание мира грядущего. Язык здесь фигурален и символичен. Рики Уоттс говорит, что финальная точка — это космос, дворцовый храм, место правления, место поклонения, место, предназначенное для царей-священников. Такое понимание потребовало, что и было сделано, внесение определенных изменений в формулировку общего Божьего замысла. Да, Божий народ в назначенном Богом месте, живущий под Божьей властью, по Божьей воле, в присутствии святого и любящего Бога, как одна семья, как Божьи поклонники, во славу Божию. Ведь так и есть. Мы воздаем Ему славу.
Не случайно поэтому в конце книги Откровения и канона в целом нам дается наказ поклоняться Богу. Глава 22, стих 9. Вероятно, следует указать на два слабых места в богословии Голдсуорси, которому я, тем не менее, многим обязан. Во-первых, недооцененный им лейтмотив семьи, или же, выражаясь более богословскими категориями, лейтмотив дома. Напомню уже выраженную ранее мною мысль о том, что семья в Библии — это не нуклеарная семья, а семья в широком понимании, то есть Божий дом. Мне кажется, этот аспект у Голдсуорси не обозначен. Равно как не обозначен, на мой взгляд, и аспект поклонения. Если вы посмотрите тематический указатель его книги, да и содержание в целом, по теме поклонения вы вряд ли что-либо найдете. Здесь наблюдается пробел, лакуна. Всем тем, кто хотел бы углубиться в тему поклонения, настоятельно рекомендую статью Дэвида Петерсона. Дэвид Петерсон, которая как раз этой теме и посвящена. В новом словаре библейского богословия. Он написал прекрасную работу по библейскому богословию поклонения, которая называется «Соприкасаясь с Богом». Для тех, кто эту книгу позволить себе не может, автор предлагает ее квинтэссенцию в упомянутой словарной статье. Таким образом, самая суть его исследования там отражена. Есть ли вопросы по данной теме, прежде чем мы обратимся к вопросу о том, какому Богу мы поклоняемся? До сих пор мы говорили о Божьем народе, Божьем месте, Божьей власти, Божьем образе жизни и так далее, о славе Божьей. Какого Бога рисует нам Священное Писание? По-моему, наиболее правильная тема для завершения нашего обзора библейского богословия. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.